Как согреться в морозный выходной день, семья Коростылевых знает не понаслышке. Вместо того, чтобы лежать под одеялом, Анна и Сергей отправились на улицу, чтобы поучаствовать в веселых зимних стартах. Интересно провести выходные с семьей, ну весело просто. Мы вообще спортивная семья, поэтому когда узнали об этом мероприятии, то сразу зарегистрировались и решили участвовать. Веселые старты прошли в ЖК «Город Набережных». В конкурсах участвовали целыми семьями. Соседи соревновались друг с другом и с волонтерами, которые пришли поддержать праздник. Моя команда – это «Победа». Нас всего 3 человека, 3 волонтера, и мы будем соревноваться еще, получается, с 5 командами и будем проходить вот эти очень веселые старты. Организаторы приготовили для участников интересные задания. Одно из самых веселых – прыжки на надувных бананах. Ну а следующий конкурс – забег в тройных штанах. Как оказалось, самое сложное – это залезть всей семьей в реквизит и удержать равновесие. Конкурсы были на время. Каждая команда фиксировала свои достижения в специальном бланке. Кто пройдет все задания быстрее всего, станет победителем. Также участники могли поиграть в футбол, побегать в надувном колесе и посоревноваться в метании дисков. Но для того, чтобы гости не замерзли, на спортивной площадке работал диджей и аниматор. Самое важное в зимних стартах – это хорошее настроение. Но победители без подарков не ушли. Самым быстрым участникам вручили медали и подарочные сертификаты в магазин спортивных товаров.